Сегодня люди уже не понимают, что такое душа, а многие совершенно искренне считают, что никакой души у них нет. Душа – это в первую очередь принцип единства. Одна из функций души – объединять разрозненное в единое целое. Мертвое тело распадается именно потому, что принцип, объединяющий его части в одно целое, перестает действовать. Поэтому душа – это не то, во что нужно верить. Ее существование настолько же очевидно, насколько очевидно существование у материальной вещи центра масс. Никому в здравом уме не придет в голову искать центр масс в самом материальном теле. Потому что центр масс нематериален, и все это прекрасно понимают. Центр масс – это точка, характеризующая тело как единое целое. Душа – это аналогичный центр, объединяющий жизненные процессы и части тела в живое единство. И понятно, что целое бесполезно искать в отдельных частях, потому что целое проявляется только в совокупности частей. Однако мировоззренческая парадигма постмодерна искажает мышление современных людей и не дает им мыслить целое, разбивая его на части, процессы и отношения. Такой тип мышления и порождает пост человека – человека без души.